В эфире у меня я их отключала всегда. Я хочу Отвлеки понять от просто, себя, почему, Белла. Почему ты взяла Белла, на себя отвлеки такую... от себя. Я отключаю, как гадости пишут. Белла, Белла. Отвлекая от себя. Меня, когда в твоем окошке меня оскорбляли, ты не отключила. А я их отключала. Ну, я, по крайней мере, я не Чтоб сижу и знала, не говорю, напомню что тебя. Я отключала. Грузинка, ты слушать я умеешь? Помню. Я, конечно, слушать умею. Но ты же ничего не говоришь. Рипси, как вы даете сказать, эй, истерички? Ну, говори. Говорю. Тебе кто вообще Хороший сказал, нерв. Что ты должна кого-то защищать? Тебе кто сказал, что нам важно твое мнение об армянах? Я вот это так хочу понять, не могу понять. Понимаешь, да? Ты иди в своем метод, понимайся, да? В своих делах. Серьезно говоришь? Ты когда из-за руля да. выйдешь, чтобы понимать, что вокруг происходит уже? Вокруг меня что происходит? Это мне, я грузинка, я зашла, мужики армянские сидят и оскорбляют своих же армянок. А мне тебе прям так, ну, у тебя такой длинный грузинский нос, такой длинный грузинский нос, что заходит во все дела армянские. Но насей не говорите, пожалуйста, потому что... Я могу говорить про что хочу, моих фотографий нигде нету, мой нос не длинный, я могу делать, что хочу в этом ТикТоке и говорить, что хочу. Да, мой длинный нос, насчет длинный нос перед Беллой не надо говорить, пожалуйста. Белла мне все разрешает говорить. Да ты что? Белла свой нос никуда не пихает, когда видит что-то. Как раз и пихает, потому что потому что, что, не заикайся, говори, не заикайся, давай, говори, потому что, Говорятся, в чужой жизни это хуже. Что, чужой на что? Кто бы говорил? День и ночь сидите в эфире, делайте о чужих странах. Вот мне неинтересно, у кого большой нос, у кого, кто что ну видит. Ну да, тебе же не, когда ты же ходишь, всех защищаешь, тебе когда смотреть? Когда, где тебе гулял, когда смотреть? Как гулял, как нагулялся, вообще мне неинтересно. Вот почему. Конечно, ты же защищаешь. Там даже армянки почему ходят в Турции, почему отдыхают. Что это вообще? Тебя забыли спросить. Ты же у нас за рулем целый день. Не успеваешь отдыхать от зависти. Не знаешь, что еще сказать армянам, которые зависть отдыхают в Турции. От кого зависть? От кого мне можно, чтобы от вас? Назови хоть одного, чтобы я могла с зависти умирать. Назовите одного. То я, то Белла. Кого назвать? Всех, кого ты знаешь. Вот так. Чего мне за... Ну, от Белли, например. Возьмем Беллу, давай разговариваем. Что мне, ну, как сказать... Говори, да, как моему уму. Какому уму, моей фигуре, моей красоте. Тому на мне... Мне плевать, у кого сколько мужей, у кого какой нос. Мне абсолютно плевать на это. От этого ни Карабах не стал ничей, ни Абхазия ваша не Карабах, стала. Карабах и есть Азербайджан. Да. Какие звуки ты выпускаешь? Опа, что это? Прям такие же, как ты. Ты, бедная, не можешь сказать, вот себя заставляешь. Ой, боже, это что за звуки были, не людные или как, не человеческие звуки были? А там у нас ты им подтверждаешь, что ты азербайджанули были? Илана Чалсон! Белорус Илана Чалсон! Азербайджанули были, тарим кейс! Дезманеры хайтаракнем республика! Ձեզ նմաններն են խայտարակում, ձեզ. Понятно? Видишь, наш язык какой красивый.
Какой красивый! Это слово никогда не говори. Да, перед грузином никогда не говори, что дождь идет. Я это тебе в этом так... месяце, тебе в этом месяце зарплату выдали? Подожди, Белл, тебе в этом месяце зарплату выдали? Там он... Сколько стоит офа? Сейчас тебе задам этот вопрос. Сколько ты стоишь, офа? Ай, балам, дай бог, чтоб вообще никогда в жизни больше ты армянам такой вопрос не задавала. Это очень страшно, такие вещи сколько у нас страшно. Ты можешь опа на улице не пройти. Тамуна, я тебя предупредила, ты жопу с пальцем не путай, ты сейчас со мной разговариваешь, не с кем-то другим. Ты Божий дар с яйцами барана не путай, ты поняла, грузинка? Свое место занять в этой жизни. Какие претензии у тебя с грузинкой? Эй, грузинка, с тобой у меня тобой проблемы. Я тебе у сказала, меня с тобой армянка. Проблемы, я сказала. Если ты встанешь передо мной, я тебе не скажу, а покажу, какие проблемы. Какие? Большие. Может, ты их не решишь. Да что ты говоришь? Когда... Когда человек думает, что все можно деньгами покупать, значит, ее можно покупать, не другое. Я тебе еще раз объяснила, ты меня с собой не путай, поняла? Откуда ты берешь у меня зарплату? Я взяла оттуда, откуда взяла. Не первый день живем в этой планете мы все. Откуда? От верблюда азербайджанского, знаешь такое? Как? Верблюда азербайджанского в Баку живет. А, какая ты блатная, слушай. Я-то такой... Прикинь, блатнее тебя во всяком а случае. А я тебя очень уважала, кстати. Не надо, меня твое уважение вообще не волнует, знаешь? Это, вообще. Это уже, ты уже все поменяла. Ой, я сейчас плакать буду, представляешь? Сейчас пойду в угол забьюсь и заплачу. А ты не будешь плакать? Нет, не надо. У тебя еще надо 5 детей расти. Я тебе плохого ничего не желаю. А я тебе что, плохое что-то пожелала? Поняла? Тебе надо ты меня слишком часто, расти. Ты меня слишком часто с собой путаешь. У меня понимание сразу с первого раза приходит, поняла? Подожди, ты вообще что-то понимаешь? Ты 5 детей растешь, и ты мне говоришь, что сколько тебе платит Азербайджан. Докажешь это? И какая между этим связь? Оно объясни мне, пожалуйста. Закончить этот вообще разговор. Кто не докажет, что я получила хоть один лари от азербайджанца? Кто не лари докажет, ты не получаешь, ты все в долларах берешь. Да, кто не докажет этого? Что за смех? Всем добрый вечер. О чем речь? Я пошла. Этот эфир, я зря зашла вообще. Да, ты сюда вообще не заходи больше. Тамуна, вообще, армяне, видишь, убегай, убегай, беги, Тамуна, беги. Только зашла, а вы уходите. Как так? Подожди. Офа, ты не кричи. И сиди на своем месте, расти детей. Я тебя желаю долгой жизни, много нервы для тебя. Ты свое место в этой жизни сначала найди, потом меня учи, где мое место. Дальнобойщица. Я знаю свое место. Ты тормози, ты иди расти своих детей. Поняла? Серьезно? А что сейчас моих детей ты растишь? Сейчас моих детей ты растишь. Должна быть стыдно, что ты заходишь в эфир, мать 5 детей, и мне говори, сколько заплатил тебе Азербайджан. Ты, мне если очень это не докажешь, стыдно, не могу. Опа, пончик. И если это не докажешь, ты будешь конченый человек в этом ТикТоке. Да, это сказала грузинка. С рождения конченый человек. Зачем кричите? Дайте слово вставить. Вы что орете? Сейчас идите куда хотите пока. Ты с рождения уже конченый человек. Ты с рождения конченый человек, Тамуна, знай это. О, Фуджан, зачем ты ей говоришь, что она берет это? Она все время говорит, не докажете, что, мы брали, что она брала у азербайджанцев лари. 100 раз пишу, она берет манаты.
Перестань, я сказала, ты в долларах берешь, Айбалам. Сказала, сказала я все, Матян. Я сказала, ты в долларах берешь. Что, лерпаци, лерпаци, булки расслабь, не напрягайся. Там умно, взорвешь ты один что день, машину не отмоешь. Что она азербайджанцев, я не пойму, что за проблема? Она грузинка. Понимаешь, там умно, не напрягайся. Подожди, Матян, булки напрягают, взорвется, потом машину не отмоют. Нельзя, спокойно, там умно, спокойно. А. Дальнобойщица, ты в машине сидишь. Добавь, добавь ее, добавь. Эй, несчастная. Я говорю, что она ушла. Несчастная. Подожди, она собралась силами и пришла. Жизни нету, потому ковыряйтесь чужой жизнью. Да, там у нас. Я могу сама заплатить. Да, конечно, можешь, естественно. Конечно, конечно. У тебя зарплата хорошая. А я свое больное место тронула, там у нас. Пойди дальше, набери холодной воды, сядь туда. Какой-нибудь курс, если не докажет тот последний балабол в этом жизни. Да, конечно, как будто нам это доказывать надо. У тебя эфиры одни азербайджанцы. Все у тебя азербайджанские эфиры. И ты сидишь только с азербайджанцами, что там доказывать, объясняй. Вам не объясняю. В силах покупать Тамуну, вам не в силах. Пойди, нам не нужна, воды, нам еще одна шлюха дружба. За мою спиной не говорите. Зачем спиной? Смотрите в зеркало и сколько стоите, оцените себя. Пошли. Да, нам ценить не надо, вот ты себя оценила, мы этому очень рады. Вот про это Тамуна, не поворачивайся к нам жопой, нельзя. Мы можем туда палку засунуть. Тамуна, нельзя к нам жопой поворачиваться. Ужас какой-то, ужас. Оцените, говорит себя. Она себя оценила, думает, мы тоже ценить, что ли, будем. Ты нам не нужна абсолютно. Сиш базарабация, ужас какой-то. Говорит, у тебя столько детей, и ты мне говоришь, что меня покупают. Ну, следи за своим давлением, а то у тебя сейчас так давление упадет. Тебе мало не покажется. Короче, я не выхожу в эфир, но когда выхожу, четко выхожу, по-моему. Да. Ай, Тамуна, когда же ты ну станешь вот человеком, Тамуна? Так, тут один бузый, пошел нахер отсюда. Все. Черный поезд там, Венерика. Я нашла конструктивного разговора. Орет. Я не знаю. Она и правда из своей кабинки. Дальнобойщица не выходит. Ладно, девочки, тогда я спущусь. А, Марджа. Давай, целуем. Тамуна, я когда тебя вижу, да, я не могу спокойно жить. Мне хочется прийти и сказать, как я тебя люблю, Тамуна. Люсь пышно, я столько смеялась, я уже... Говорит, я тебя уважала до этого. Ой, как я плакать буду теперь, Тамуна. Не знаю, куда себя деть от боли.